У нас уже вечер. Не сказать, що він добрий, як і самий день, не сказати, що добрий. Ой, мабуть, ви всі вже знаєте про новини, про сьогоднішні в Україні. Не буду їх повторювати зайвий раз. Сиділа і думала про те, що як правильно. Все-таки я чую свій внутрішній голос. Ось так. На жаль, у мене там ще й мама, і чоловік, улюблена Лінда. Але це така, це рулетка. Хто виживе там, це таке. Ігра в кальмара вже почалась по-справжньому в Україні. Ой, а ми прямуємо, починаю свій влог. Я, мабуть, вночі вже, зараз скільки, половина на 12-ту ночі. Ми прямуємо вже з Німеччини в іншу країну. В Берліні цілий день ліє дощ. Така прям ліє, прям такий дощ. Така погода, як у той настрій. Ось так. Ось Дашонька, Владимар сидить. В душі така, такий тягар, що неможливо, неможливо нічого з ним, з цим робити. Ой, я дуже вибачаюся за якість зображення, але нічого не можу, нічого не можу з цим зробити. Хотіла саме поділитися, що скільки я подорожую автобусом, нікого такого, ніколи такого ще не було. Хтось сівся в автобусі у несвіжих шкарпетках. Таких несвіжих, що просто ух, сльози. Ранку. Я вітаю вас з Люксембургу. Це наша наступна зупинка. Ми тільки на що приїхали. Такий лив дощ. Зранку ми промокли, тому ми трохи перечекали. Бачите, так гарно. Трохи перечекали. І вирушили далі. Ні-ні, Дань. Так гарно. Ось таке особливе місце. Не схоже на ті, де ми були раніше. Таке маленьке-маленьке. Річка з такою течією. Дуже-дуже сильна течія. І така річка прям брудна-брудна. А гарне, таке старовинне таке місце. Подивіться, які тут замки. Прям як у казку якусь потрапив. Тут знаменитий Люксембургський дом престарілий, який котором 7 с плюсом звезд, если мерить по отельному уровню. Он супер комфортабельный, но супер дорогой. У нас сейчас обед с таким красивым видом.
Ну, прям как в замке, как прям старые какие-то времена, когда еще здесь были рыцари. На салат, морковный суп, и будет еще и второе горячее. И десерт. Десерт еще? И десерт. С ума сойти. Самолеты там на посадку идут. Красиво. Это вечерний Люксембург. Это все примерно центральные улицы. Такие красивые часы, но они почему-то засвеченные получается. Но сегодня воскресенье, все закрыто. И не так многолюдно. Наверное, одни туристы такие шастают. Центр вот здесь. Такое светящееся дерево. Так нарядно. Лондон был один из пяти песен. Красиво, но вообще не удивительно, нет никакой музыки вот этих уличных музыкантов, да? Ну, да как такая. Везде. Вообще днем были. Были, да? Вот она была купила. Когда на фоне этого лаца. Ну да, на фоне таких зданий вот такие вот современные. Трамвай и транспорт. А трамваи здесь еще и цветные. Даша говорит, что у нее в свое время поразило. На самом деле они, посмотрите, какие классные. И здесь, ну так понимаю... Меня еще больше поразило, потому что они красивые и бесплатные. Да, транспорт в Люксембурге весь бесплатный. И внутри горят, посмотрите, каждая спинка у сиденья. И плюс вот эти вот стеклянные разноцветные двери. Ой, город, конечно, сумасшедший красивый. Просто мы как-то выбираемся все больше, когда уже стемнеет. Потому что приехали по всей дороге, пока отдохнешь, пока дела поделаешь. Но посмотрите, какая красота. Боже мой. Вот. Есть старый город. Фантастически красивый вид отсюда. Фантастически. Как всегда, камера это все не передает. Но это очень красиво. И почему-то кажется, что это все вот мост, по которому мы проходили. Вот он так подсвечивается. Видите, вверху полоса. Мы, кстати, и ходили сегодня там. Вот, и вот здесь такой вот вид шикарный, вот этот мост. Не знаю, это просто не хватает слов у меня для выразить свои эмоции. Это Дашин хороший знакомый, друг. Вот, мы встретились, и ребята немножко общаются, и я с ними за компанию. Старые прям стены, видимо, видели уже перевидели. Прям старинный какой-то замок. Прям старинный. Мы проходили много замков. Видно следы реставрации. Вот даже вот у этого моста. Ну, это понятно. В плане надежности такие сооружения поддерживать нужно в надлежащей форме. Ну, а это уже, конечно же, видно, что... Видно, что уже прям старое-старое. Такое... Ой, здесь просто сумасшедшее ощущение времени, как сказать, старости, что ли, этого всего древности, что просто не верится того. Ну, не верится, что ты здесь находишься, и это видишь все, это очень красиво на самом деле. Вы только посмотрите, у меня эмоции зашкаливают. Просто я обязательно сюда хочу вернуться днем, чтобы посмотреть, потрогать. Сейчас просто уже поздно.